Минимум защитной экипировки, максимум атакующих действий и эффектных ударов. Таков один из принципов профессионального кикбоксинга. Все-таки в первую очередь это шоу, а шоу должно быть зрелищным. Ведь посмотреть на поединки профессионалов собирается довольно внушительная аудитория. Кляну, профессиональный спорт только набирает обороты, но несмотря на это, пояс чемпиона Московской области уже красуется в спортивном клубе «Атлант». В прошлую субботу в Новопетровском был организован вечер профессиональных боев в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. Клинчанин Евгений Крехов бился за титул лучшего в подмосковном регионе в категории до 63,5 кг. Это был дебютный поединок для нашего спортсмена на подобном уровне. И первый блин не только не вышел комом, но и получился очень приличного качества. 5 раундов по 3 минуты выстоять непросто, но Евгению удалось не только выдержать, но и победить своего соперника по очкам. Ну, это достаточно серьезный для меня шаг, да. Это первый профессиональный бой, да еще и титульный. Ну, я выиграл. И продолжаю дальше боксировать, еще пробовать профбои. И дальше можно уже подраться за чемпиона России. Я первый раз дрался, да, 5 раундов, да еще по 3 минуты. Так как в любительском у нас 3 раунда по 2 минуты. Ну да, было непросто. Для другого клинского кикбоксера, который в тот вечер тоже выступал на ринге в Новопетровском, профессиональный спорт не в диковинку. Дарьян Михаевский, боксирующий в категории супертяжей, к тому моменту провел 2 боя, один из которых принес ему победу, второй – поражение. В третьем профессиональном рейтинговом поединке удача вновь сопутствовала мастеру спорта из Клина. Тяжелый бой был, ничего не скажу. Соперник хороший, неплохой, с Рязани. У него было 5 боев, по профессионалам 3 победы. То есть достаточно хороший соперник, но ничего. Задачу свою выполнил, которую тренер мне поставил. Из Клина приехали знакомые, друзья. Вот, поддерживали. И, кстати, огромное спасибо, потому что это очень помогает, когда поддержка хорошая. В целом, в Подмосковье профессиональный кикбоксинг на слуху у многих. В дедовских, к примеру, сразу 5 чемпионов мира. Клин пока что такими успехами похвастать не может, но первые шаги к ним уже сделаны. Ну, готовится он, конечно, основательно. То есть 2 раза в день, 5 дней в неделю, как положено. Задача максимум была выполнена, то есть 2 боя, 2 победы в рамках этого турнира. Ну, я доволен. Ну, конечно, есть над чем работать. Что-то очень много моментов, потому что любительский спорт и профессиональный сильно отличаются, сильно отличаются.